Всем привет, меня зовут Фил, мы находимся в Байкленде на Каширском шоссе. Сегодня поговорим о нашей обуви. Есть несколько вариантов туристических моделей, на мембране непромокаемой, дышащей, есть средней степени жесткости, есть совсем легенькие, то есть подвижные, мягкие, с хорошей степенью защиты. Есть жесткие туринговые, так сказать, мыс, пятка усиленная, голеностоп, верхняя часть ботинка. Есть также спортивные модели в двух вариантах. Черно-белый, чисто черный, беленький с перфорацией, то есть на максимальную жару. И закрытого типа стандартный с термоносками, в принципе, будет комфортно. Также у них установлен шарнирная часть на скручивание на излом. То есть по защите они поинтереснее будут, нежели туринг. Туринг мягче. Также для любителей городской езды есть классические кеды под чоппер, непромокаемые на мембране. И также более спортивные варианты обуви со слайдерами, с защитой пятки, мыса, жесткой подошвой. Ценовая политика у нас варьируется 7-9 тысяч. Бывает дороже, бывает дешевле. А так цена начинается от 5500. Также на весь товар идет гарантия от производителя. То есть все честно и качественно. Всем счастливо, ждем вас в салоне Байкленд на Каширском шоссе.